Здравствуйте, с вами снова Александр. И я расскажу вам сегодня о новинке от компании Joy. Модель называется Pact. Это первая коляска у компании Joy, которую... Вообще они много делают колясок для путешественников, но эту коляску они сделали именно идеальной для этого, потому что ее можно брать вручную, класть с собой в самолет. И ребенка возить здесь можно с 3 месяцев и до 3 лет приблизительно. Поэтому для путешественников, ну, я не знаю, отличный вариант. Joy вообще всегда делает хорошо коляски для путешественников. И эта коляска вообще прям, ну, попали, как говорится, в десяточку. Любители, скажем так, бренда Joy приходят в магазин, вот первую коляску, и часто спрашивают, а есть ли у них, чтобы можно было ручную кладью брать? Ну, вот теперь есть. Поэтому сегодня я вам о ней расскажу, что она из себя представляет. Вообще сама коляска легенькая, 6 килограмм всего весит, вот, и при том, что ее хоть и можно брать с собой ручную кладь, она не потеряла в размере, имеется в виду для самого ребенка. Она полноразмерная, широкая, удобная, вместительная, с большим козырьком, все сделано классно. Вот. Ну да ладно, давайте начнем изучать ее сверху вниз. Начнем мы изучение с ручки. Ручка у нас обычная, стандартная, не имеет регулировки ни наклона, ни высоты, никак. Вот она какая есть. У меня вот рост получается 1,86 м. И вот смотрите приблизительно как будет вот по высоте, чтобы вы понимали. В козырьке, кстати, есть смотровое окошечко. Тут можете заглянуть, крепится на липучке. Козырек сам большой, вы видите, с дополнительным отсеком вот вниз уходящим. В принципе, закрывает ребенка нормально. Единственная коляска, так как, наверное, летом братья будут с собой в путешествие, козырек бы хотелось видеть чуть побольше. Но это я так, придираюсь. Но, в принципе, достаточно. Если сверху смотреть, по бампер это, в принципе, норм. Абсолютно. Если положили ребенка отдыхать, соответственно, будет закрыт ребенок вполне отлично. Ткани используются, в принципе, достаточно приятные на ощупь. Видно, крепкие, хорошие материалы. Я думаю, что даже в дождик она долго-долго будет промокать. С этим, я думаю, все ровно, все отлично. Вот. Что здесь для комфорта ребенка? Я как говорил, здесь очень нормальное, вместительное посадочное место для ребенка. Широкое, с мягким матрасиком. Что касается безопасности, 5-точная система ремней с мягкими накладками в паховой зоне и на плечевой. Бампер есть. Вот, единственное, вот он хоть и гибкий, но, знаете, удобно, когда бампер откинули, и можно опустить вниз, как калиточку так открыть и спокойно посадить ребенка. А так вот, что он болтается, и все, это неудобно. Ну, видимо... Это усложняет процесс, скажем так, создания коляски. Так проще, видимо. Тоже бампер обит мягким материалом. Вот такой вот гибкий достаточно. Ребенок зато не ударится об него. В этом плане нормально. Также у нас есть подножечка, которую можно регулировать вверх-вниз. Одно, по сути, положение. Подняли или опустили. Подножка уже для более старшего ребенка тоже, естественно, есть. Что мы имеем в самом шасси? Шасси, как и все легкие коляски, кажется на вид немножечко хрупковатой, но к этой коляске я бы, наверное, это не относил, потому что достаточно все так толсто, нормально сделано. Кстати, насчет амортизации, здесь амортизация есть на всех колесах, как заявляет производитель, но она чувствуется достаточно, да, мягенькая колясочка. Я думаю, с этим проблем ни у кого не будет. С комфортом для ребенка имеется в виду. Вот, колеса, естественно, они не надувные. Ну и вы их не проколите. Что касается багажника. Багажник, на мой взгляд, здесь, в принципе, хороший. Большой багажник. Конструкция позволяет его сделать таким объемным достаточно. С хорошими высокими бортиками. На дне коляски, имеется в виду на самом багажнике, вот вы видите, есть такое, скажем, сливное отверстие. Если там песочек, водичка, еще что-то, ну не суть, что-то попало, все спокойно туда можно вытряхнуть. Или водичка сольется. В этом плане все здорово.
Так, теперь давайте к самому интересному, посмотрим, как эта коляска складывается. Здесь ручка, складываем ее вперед, вот так вот. Опускаем вот так вниз, и у нас сразу открывается доступ. Вот отсюда вам виднее, открывается доступ для ручки, за которую мы берем. Все, сложили. Вот что мне очень понравилось, то что, ну, во-первых, здесь есть ремешок на плечо, это очень удобно, но саму коляску можно переносить не за тонюсенькие ремешки, которые обычно к тканям пришивают, а в самой конструкции рамы сделали удобную ручку металлической трубкой, обитой прорезиненным материалом. Очень удобный хват, пожалуйста, идите с собой, ну, там. Короче, транспортировать ее очень удобно. Мне вот это очень понравилось. Так, давайте разложим ее в обратное состояние, в рабочее приведем. Все, видите, это все делается очень просто. И самый ее большой плюс, она недорогая. Среди колясок, которые можно брать с собой в ручную кладь, это... Ну, я не буду сейчас эти бренды называть, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Они, эти бренды, которые можно брать в ручную кладь, они дороже. Причем раза в два, наверное, дороже. Эта коляска подешевле, поэтому вот такой большой-большой плюс в ее сторону. Материалами, может быть, где-то каким-то из моделей, о которых я говорю, она может и уступит, но не сильно, это точно. Учитывая цену, вообще на это можно закрыть глаза и бежать покупать вот эту колясочку. Поэтому одобряю, как говорится, хорошая очень коляска, на мой взгляд. Вот, если для путешествий что-то ищете и хотите немножечко для отпуска сэкономить денежек, берите вот эту коляску, я думаю, вы не разочаруетесь. Вообще у Joy достаточно так все хорошо с качеством, особо у них не бывает сервисных каких-то обращений. Конечно, они везде бывают, у любого и у премиум сегмента, везде, но их немного, а это говорит о хорошем качестве продукции. Поэтому, как вариант, рассмотреть стоит. И если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. И в заключение, большое спасибо первой коляске за то, что предоставила на обзор нам коляску JoyPact. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для путешествий для своего ребенка. И удачи. До свидания.